Ребят, убедительная просьба тем, кто знает турецкий, не могли бы вы, пожалуйста, переводить иногда туркам, допустим, то, что там мой возраст или какие-то такие вопросы, не знаю. Чао. Чао. Что за лайки дает? Ничего, только за подарки и все. Ну, и за какое-то, по-моему, видео, если очень много лайков. Вы живете в Турции? Пока да. Денис, привет, привет. Так, я не знаю, что сказать. Я как-то вас чем больше, я все так, знаете, так стесняюсь, больше не знаю. Привет, привет. О, Исмаил. Thank you so much. В общем, да, если у меня получится до конца лета заработать денег на Стамбул, то я прилечу. Вот. Потому что Стамбул сейчас тоже удовольствие не из дешевых, все мы понимаем. Но слава богу, но слава богу мне, ну то есть я уже в Турции, то есть это будет международный рейс. Ой, да, ну вы поняли. Встань, да иди ты нахер, блин, извращенец. Кофта класс, спасибо большое. Ой, дураков везде полно, поэтому не обращай внимания. Угадай, откуда моя мама? Денис, из Турции? Исмаил. Да, дураков полно. Привет, привет. Ладно, я пошел, давай. Удачи тебе, спокойной ночи, сладких снов. О-ля-ля. О, ты шкирдерем Борис Липарс. Борис Липарс. Thank you so much. This is gift. It's so cute. Не знаю, я чуть-чуть знаю английского, чуть-чуть турецкого, хорошо знаю китайский. Вообще-то. О, Турч. Турч. Ты шкирдер. Thank you. Thank you so much. Исмаил. Thank you, thank you, thank you. Так. Ребята, кто не подписан, подписывайтесь. Кто не пролайкал мои видео, лайкайте. Борис, тещи кюридеры. Можете ли вы сделать 5 отжиманий? Нет. Прелесть. Спасибо. Можете ли сделать 5 отжиманий? Нет. Говорить на турецком языке. Сладкий снов. Сладких снов. Сладких снов. Так, you speak Arabic? No, sorry, I don't speak. Сколько времени сейчас? Ты такая красивая. Спасибо. У меня 3:28. Да, у меня тоже 3:28. Поэтому я тоже буду поздно спать, Сколько лайков? У меня там телефон разбит. Ты учишься или уже закончил? Я закончила. Мне уже 23. Я в Москве. Ого. А я в Турции. Я в 6-7 утра засыпаю. Сейчас, секунду. О, легенда. Привет. Исмаил, thank you. Спасибо большое. 23, да, мне 23. Знаете, я всегда пытаюсь не уснуть, и потом я такая... Ну, это, блин, просто я сегодня кофе не пила, а так я очень люблю кофе. Вот, вам больше нравится Путин или Эрдоган? Подумай. Мне в 7 утра вставать. Мне, если честно, нет. Так, Лами спрашивает, где работала раньше? Ой, работала в баре барменом. Вот, или про что-то именно, про какой период? Просто мне уже 23 года, конечно, я пробовала работать и официанткой. Я работала... Так, кем сейчас работаешь? Я работаю переводчиком. Ошалеть, помнишь меня? Да, помню. Я работаю переводчиком, но сейчас у меня, к сожалению, очень мало заказов на переводы. Именно, знаете, как сказать-то? Дистанционно. То есть дистанционно сейчас очень мало, потому что я вообще не в городе. Какие языки знаешь? А какие языки переводишь? Перевожу китайский и русский. Исмаил, ты шкардре.
А правда, что ли? Сейчас, секунду, я не успеваю. Исмаил, ты еще передаряем? Правда ли, что в наших областях близко к Украине есть... О, я не знаю, я новости не смотрю и не читаю. Исмаил, thank you so much. Я, честно, новости вообще никак. Я не люблю читать новости. Знаете, лучше уж не читать. Особенно те, кто, знаете, переживают много. Лучше такое не читать, а спокойно жить, и все. У тебя хороший английский? Ой, нет, у меня плохой английский, очень плохой. Я знаю китайский очень хорошо и русский. Вот. Ну, еще корейский чуть-чуть. Как китайский выучила? Я училась специально. Вот. Как у вас дела? Лучше расскажите. У меня каждый день, знаете, когда каждый день спрашивают одно и то же, но особенно люди, которые только новые, ну, приходят новички, когда спрашивают одно и то же, у меня уже, знаете, голова так... Поэтому давайте лучше поговорим о чем-нибудь интересном для меня. Мало таких есть. А что значит мало таких есть? В плане чего? Те, кто языки изучают? Да нет, сейчас много таких. А, нихао, нихао. Акан, ты еще кирдерем сынка самач. Ладно, пока, я спать, спокойно. Давай, сладких снов. Собираешься Собираешься ли возвращаться в Россию? Конечно. Фуркан. Ты еще кирдерем, спокойной ночи, Денис. Спасибо за лайки, блин, ты, кстати, большой молодец. Ты больше всех всегда лайкаешь. Ван Н, спокойной ночи. В каком месте приехала в Турцию? А вот не скажу. Какая разница, в каком я месяце приехала в Турцию? Так, у меня хорошо. Первый раз за лето 3 дня жары будет. Очень рада. Адак, ты девочка. Адак, ты с Москвы. Боже, так мы... односельчанцы. Я не знаю, как... спасибо за розу. Честь дороже жизни. Ого. Говори медленно, тебя никто не понимает. Жаль. Сколько еще будешь бодрствовать? Ой, я не знаю, если честно. Посмотрим, насколько меня хватит сегодня. Привет, привет. Думаю, что недолго, если честно, потому что уже время почти 4. Покажите ваши пятки. Обязательно. Обязательно. Только пятки показываю. Блин, прости. Я хочу до 6-7. Я не знаю. Я не знаю, до скольки. Как устроена экономика в России? Да блин, я не знаю, ребят. Я занимаюсь своим делом и не лезу куда мне не надо. Точнее, я даже не изучаю то, что мне не интересно. Поэтому простите. Джокухо. Спасибо. Мираба, мираба. Ушкаденес. Ушкаденес.